Всем привет, с вами Супермаркет Карапузов, меня зовут Самир, и сегодня у нас видеообзор новинки 2022 года демисезонной прогулочной коляски El Camino Dynamic Pro. Я думаю, модель Dynamic известна многим, это одна из самых популярных прогулочных колясок на нашем рынке. Так вот, хорошая новость в том, что Dynamic Pro — это ее максимально доработанная версия. Наши дорогие партнеры в El Camino учли буквально все жалобы и пожелания в отношении предыдущего динамика и во всех нужных местах ее усовершенствовали. Конечно, в мире нет ничего идеального, но El Camino явно стремится делать свои продукты как можно лучше и при этом сохранять доступную цену для наших покупателей. И это прекрасно. Вес коляски 9,3 килограмма. Ширина шасси 53,5 сантиметра. Это, кстати, на 0,5 сантиметра больше, чем в предыдущем динамике. Скорее всего, это связано с тем, что поставили новые подшипники, переработали колесный блок. Высота родительской ручки от 95 до 107 сантиметров. Ручка, кстати, теперь из перфорированной эко-кожи, и родительская, и ручка малыша. Ну а самое главное то, что теперь El Camino Dynamic Pro рассчитана на детей с весом до 22 килограмм. У модели есть много интересных расцветок, есть и старые добрые, уже полюбившиеся сочетания с серой рамой. Также появились новые сочетания на черной раме, причем здесь у нас представлены не все. Для того, чтобы ознакомиться со всеми вариантами, вы можете зайти на наш сайт karapuzov.com.ua, а также в наших супермаркетах, и там же можно их и заказать, и пощупать, так что милости просим. И обязательно подписывайтесь на наш канал, и для этого нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать, когда вот такие вот новиночки появляются. Текстиль с водоотталкивающей технологией. С внутренней стороны есть светоотражающая подкладка, которая предотвратит проникновение солнечных лучей через ткань. Капюшон бесшумно регулируется. Есть дополнительная секция под молнией, благодаря которой он опускается максимально низко, так, чтобы туда ни лучик солнечный не попал, ни капелька дождя, ни дуновение ветра, ни в положении сидя, ни в положении лежа. А на молнии теперь появилась надпись «Life is Dynamic». Сверху есть смотровое окошко из сетки, а также заднюю часть можно аккуратненько свернуть, и под ней есть антимоскитная сетка черного цвета, да, черного цвета, аккуратная. Видите, здесь все так ровненько. А еще сзади есть карманчик для мелочей, тоже с красивой молнией. Текстиль Dynamic Pro можно снять для того, чтобы постирать его. Естественно, стирать нужно самым щадящим образом, без использования агрессивных средств, для того, чтобы цвет текстиля не утратил свои свойства. Спинка регулируется в трех положениях удобным механизмом с кнопкой. Механизм регулировки подножки находится под подножкой. Спальное место здесь просто огромное, 90 на 34 сантиметра, так что здесь поместится уже подросший малыш и в зимнем комбинезоне, и в зимнем конверте. Капюшон Dynamic Pro стал выше на 3 сантиметра, теперь высота от сиденья до капюшона 55 сантиметров, и это тоже очень важно, особенно если у вас рослый ребенок, потому что у некоторых-то колясок тоже есть ограничение по весу до 22 килограмма, по росту непонятно, как туда ребенок в 3-4 года поместится. А здесь вот, пожалуйста, и вместительное, и прочное. Одним словом, про. Ремни безопасности с мягкими плечевыми и паховой накладкой. Ручка малыша обтянута эко-кожей. Ее можно отстегивать либо с одной стороны, либо полностью снять. И есть ограничитель от сползания, который так любят наши мамочки, потому что ремни безопасности так не любят наши деточки. Но ими все равно нужно пользоваться. Рама алюминиевая, ручка, как вы могли заметить, регулируется по высоте. И стоит отметить, что у ручки практически полностью устранили
люфт, на который тоже поступали жалобы. Не то чтобы это влияло на что-то, потому как это просто была такая конструктивная особенность без каких-либо негативных последствий в эксплуатации, но в любом случае этого люфта, который кого-то мог напрягать, больше нет. Материал колес – вспененная резина EVO. Передние колеса 17 см, задние 25 см. Они просто огромные и тоже одни из самых больших среди прогулочных колясок. А это как раз играет решающую роль для хорошей проходимости по плохим дорогам. То есть по нашим. Амортизаторы установлены на всех четырех колесах. Спереди они помягче, сзади амортизация минимальная, но учтите, что она такая практически у всех прогулочных колясок. Передние колеса поворотные, с фиксацией в положении прямо. Все колеса снимаются, на передних кнопка находится сбоку, на задних снизу. Я уже упоминал о том, что на задних колесах установлены новые подшипники, а также переработали корпус. Все это сделано для того, чтобы минимизировать люфт колеса и избавиться от посторонних звуков. Ну давай тест проведем. Ну что, по-моему, с задачей справились. Корзина открытая, дно жесткое, есть возможность немного увеличить ее в объеме. Тормозная педаль на задней оси. И есть индикатор постановки на тормоз. А вот что действительно нуждалось в доработке, так это механизм складывания. Теперь шестеренки в нем алюминиевые, а не пластиковые. И способны выдержать намного большую нагрузку. Особенно это касается тех моментов, когда родители, чтобы разложить коляску, упираются ногой в заднюю ось. И теперь эти шестеренки выдержат даже это, хотя делать так, конечно же, не стоит. И это, кстати, в инструкции сказано. Чтобы сложить коляску, необходимо потянуть за механизмы по бокам. Если перевести ручку в самое нижнее положение, то коляска вертикально будет устойчива. Причем на ручке есть специальная пластиковая накладка, чтобы эко-кожа на ручке не терлась об пол и всегда оставалась чистой даже в таком положении. Чтобы разложить коляску, необходимо снять защиту от раскладывания и поднять ручку вверх. Как вы могли заметить, ногой опираться в заднюю ось при этом не нужно. В комплект коляски входит теплый чехол на ножке, который трансформируется и для положения сидя, и для положения лежа. Короче, ребенка можно забаррикадировать так, что ни щели не останется. Еще если капюшон опустить, так вообще. И то, что чехол проходит под ручкой, это тоже огромный плюс, потому что он прилегает к телу ребенка, значит, ему будет по-настоящему тепло. А еще в комплект Dynamic Pro входит дождевик и антимоскитная сетка черного цвета. Вот это что называется вишенка на торте. Или яблоко в утке. В общем, фаталити, чтобы если кто-то еще сомневался, то все, на этом месте уже можно запаковывать. Не знаю, как вы, а лично я ставлю этой коляске 5 с плюсом. Именно такой подход, по моему мнению, наиболее правильный. Вместо того, чтобы бесконечно штамповать новые модели, в которых только запутаться можно, доводи до идеала свои флагманские модели, чтобы делать их надежнее и удобнее для покупателей. Ознакомиться со всеми вариантами расцветок и заказать коляску можно в нашем интернет-магазине «Карапузов.Кумьи», а также в наших супермаркетах.